Построились. Пенечек на вытянутые руки для разминки. Сейчас у нас ребята 2012 года. Начали мы с ними работать с 1 августа. Вот. Успехи потихоньку, двигаемся вперед. Сейчас основное у нас внимание на дисциплину, чтобы они поняли, что на тренировках нужно концентрироваться и работать, тренироваться, а не разговаривать. Пока двигаемся вперед, но очень медленно. Ниже, 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 терпим, стоим. Голову все подняли, на голове не надо стоять, голову вперед. Давай, 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 давай. Главное идет общая физическая подготовка. И делаем мы гимнастику с тренером по гимнастике. Развиваем гибкость, ловкость. Сейчас вот это у нас главное. Со следующей недели начинаем уже потихоньку на технику работать на земле, чтобы к 1 сентября, когда мы на лед выйдем, уже какие-то навыки первые были у них. Сегодня вот именно из-за жары немного мы упростили тренировку. У нас будет разминка и много игр. На лед планируем выйти 1 сентября, воскресенье. Делим ребят на одна группа будет, кто вообще никогда не катался. Будем с ними отдельно заниматься, побольше. И остальные группы пока по возрастам. Потом, в зависимости от того, сколько льда у нас будет, будем стараться делить еще эти группы на более мелкие группы. Вот. В планах у нас, чтобы у каждого возраста было по две группы и одна начинающая. Есть такой момент, что много энергии отдаешь, но много и получаешь назад. Поэтому, в принципе, очень довольны. Пока все нормально идет.